За счастьем, у доктора большая очередь. В день тут проводят по 3 операции. Худеет, убирает бока, накачивает икры силиконом, разрезает веки для визуального увеличения глаз. Ну что, начнем? Комбинированная операция сегодня все популярнее. Это когда сразу несколько хирургических вмешательств делают одновременно. Женщина, что сейчас на операционном столе, решила одним разом убрать жировые отложения на бедрах и накачать ими ягодицы. Рыхленькое тело. Я думаю, мы заберем жира столько, сколько нужно нам. В этой операции две стадии – липосакция, забор жира, отстаивание его и фильтрация. Затем жир в чистом его виде вводят в нужную область, в данном случае – в ягодицы. Жир отфильтровался, как видите, чистая жировая ткань. Сейчас вот в зону, отмеченную вот этого дефекта, мы введем жир, который там потом благополучно, надеюсь, будет приживаться. После таких операций наступает непростой реабилитационный период. Время восстановления от 1 до нескольких месяцев. Но важно здесь другое. По словам врачей, женщины готовы жертвовать, переживать физическую боль ради совершенных форм.